Thank you so much. Это лак? This лак? Thank you so much. Gracias, Mario, understand? Russian? Spanish? Не знаю. Мне нравится. Спасибо. По поводу ущипнуть лицо. Мальчики и мужчины. Я худею четвертый день. Я сидела сначала на воде. Подруга говорит мне: Настюх, ты упадешь. Потом я ела одно яйцо в день. И пол яблока. Потом я питалась. На следующий день я съела только половину яблока. На следующий день я съела целое яблоко и целое яйцо. Нет, два яйца и целое яблоко. Но вчера, не переживайте, я съела цезерол из кусвилок, такие таблетики. Так, подождите секундочку. Нажала, что хотела. Утка? Мне кажется, это похоже на утку. Кря. Hola. Gracias. Love. Нику, спасибо большое. Я со стресса попала в больницу. И мне капали гормональные препараты. После него я набрала 10 килограмм, а потом еще 7. Плаки-плаки, вот теперь я худею. Gracias, thank you so much. Many kiss. Это лак? Или это так много? О май гад. Many kiss. Gracias. Thank you so much, Mar. Thank you. Спасибо. Скажи. Thank you. Я в шоке. Спасибо. Мне показалось, что это залагало, как стеди. Ой, девочки, такие девочки, да, блин, но я всегда была прям худенькая, прям такая слюняшка была, а потом после больницы вышла такая. Так, lot number 3. One second. Так, и вот такое вот, сердечки. Вот это вот я делала как будто бы под что? Делала под будто мрамор. Я так старался. Вот. Еще я ходила на мастер-класс и рисовала картину. Я не умею рисовать, не умею, но там... Hola, hello! Вот, но там у меня так получилось, Ибрагим. Мерхаба, кейфу халь. Hello. Gracias. Я больше ничего не знаю, my friendly. А почему все так резко вышли? Где все? Я попала какие-то рекомендации, где есть люди, понимающие русский язык. Что-то новое. Это мне приятно, это мне нравится. Я не знала такие языки. Я чувствую прям такое напряжение. Прям такое
серьезно, я бы сказала. Потому что они сидят и так ждут, когда я им что-нибудь скажу, и я нихера не знаю. Стыдно. Вот сижу с переводчиком. Что я стыдно, такое не знаешь языки? Все должны знать. Большое. Спасибо, это правда, это очень приятно. Вы с одной локации? Почему ты молчал? Я не знала, что ты понимаешь мой язык. Блин, я так рада, что я не вышла. Я собиралась выходить, и просто резко, как будто я залетела в какие-то реки, ко мне активно стали заходить люди. И... Люди понимающие мой language. Hola. Начнем знакомство. My name is Настя. Мерхаба, кефхан, hello. Блин, почему он знает вообще арабский? Мне кажется, по-моему, это какой-то стример. Я каждый раз с ним так здороваюсь, он такой, что за кринж. Прости, hello, hola. Роман, здравствуйте, я сочиняю роман. Я точно залетела в какие-то реки, где люди понимают русский. Интересно, интересно. Что уже знаком? Ну, я в стрим давно не заходила. Это было давно, надо сначала. Вообще, Настя, слушайте, вы на вес золота, я вас обожаю. Я залетела в какие-то реки. Интересно, интересно. Больше часть я общаюсь с ними, я не успеваю отвечать на сообщения, я с мамой толком не успеваю общаться. Слава России, обычно пишут. Если что, против украинцев, не против меня. Просто в России нет такого, типа слова России. Как-то даже звучит несозвучно. Итак, my new friend, you have maybe hobby. Какое-нибудь хобби у вас есть? Чем вы вообще занимаетесь? Что вам нравится? Тамар, hola, ¿cómo estás? Guys, hello. Oh. Gracias. ¿Cómo estás? I'm from Russia. Desde Rusia. Привет. Oh, thanks. Gracias. Еще передарим, на каком языке говорить. Спасибо. Нико, да? Слушай. Это Николай? Николай, Николай, да. Просто спорт для души. Я что-то я не успеваю читать. А, откуда, господи. Moscow and Rostov-on-Don. Что-то я не успеваю. Прям, дорогая, как ты.